Приветствую каждого игрока, от овощи до статиста на моем канале, с вами Зав, и сегодня мы обсудим то, что у нас происходит на Ру-регионе. А сегодня начался у нас боевой пропуск, и сегодня завезли пару танчиков, которые мы тоже посмотрим. Давайте я вам сейчас их покажу. А, ну в принципе, вот они. Е-75 ТС и Панзер 58 за 10 тысяч золота, то есть по 5 тысяч за каждый танк, если, конечно, у вас этих машин нет. Если у вас, допустим, одна машинка какая-то есть, то, к сожалению, ценники уже становятся не такими вкусными. То есть по пятаку их забрать, это еще куда ни шло. Вполне себе адекватное предложение. А вот за 6500 покупать Е-75 ТС просто пустой комплектации. И Панзер 58 просто в пустой комплектации за 5500. Ну такое себе. Я бы такие танки покупать себе на данный момент не стал. В конце концов, пройдите на аукцион. И на аукционе есть танки гораздо интереснее. И по цене они сопоставимы на данный момент. А может быть, впоследствии будут даже дешевле. Так что абсолютно нет никакого смысла на данный момент покупать вот эти машинки. Никакого. Ноль. Зеро. Ну давайте сначала про боевой пропуск все-таки поговорим, а потом уже вернемся к тем танчикам. Обкатаем их. Ну так, быстренько обкатаем. В боевом пропуске у нас присутствует М3 Ли. Этот боевой пропуск, кстати, может быть, я буду покупать, но я еще не решил. Потому что мне, с одной стороны, понравился камуфляж на Тигра 2, а с другой стороны, он мне показался, ну, каким-то таким себе. Ну, опять-таки, решим впоследствии. Значит, за М3 Ли дают компенсацию 500 золота, если он у вас есть. Если у вас его нет, тогда вы получите за него 100 золота при продаже. Дальше, по поводу камуфляжей мы сейчас тоже поговорим. Фон профиля нам закинули одни эмоции, и что-то как-то фон профиля съехал. Не находите, ребят? Где-то он слишком высоко. Почему мы должны рассматривать лужу, а не танки? И причем, знаете, вот мой экран немножко шире, поэтому он увеличивает картинку, поэтому, может быть, это не совсем правильное расположение. Но в любом случае, слишком высоко находятся танки для того, чтобы их рассматривать. Короче, какая-то странная хрень. Все должно было выглядеть примерно вот так, то есть мы должны видеть два танка, мы должны видеть эти кулачки, мы должны видеть каких-то неприятелей, тогда да, тогда ок. Кстати, вот эти танки находятся в их новых камуфляжиках, которые вы можете найти в этом боевом пропуске. Мы их тоже рассмотрим. Контейнер эпизода. Вот такой вот контейнер. Здесь различные машинки. Давайте посмотрим. Т-26Е5, Шериф, Шарль, Криус, Бархан, Титан 150, Лоррейн и Ривалризе. Ну, честно говоря, танки не впечатляющие, но хотя бы что-то. Большинство из них вы можете получить даже просто так. Ну и АЕ-Фейс-1, у которого шанс 0,05%, которое мы, скорее всего, никогда и не получим. Но попытаться все-таки стоит. Танк редкий, кто-то же его получает, но это явно не я. Это явно не я. Хорошо. Касательно теперь других камуфляжей, которые у нас есть, давайте их посмотрим. Камуфляж печалька. Вот так вот. Типа грустненький камуфляж, где мы плачем. Хорошо. Боже ты мой. Зачем так сложно все это делать? Так, после камуфляжа печалька, что у нас там еще есть за камуфляжики, давайте посмотрим. Камуфляж позитив, обратная сторона печальки. Здесь он, кстати, как-то светится золотым. Ну, окей, окей, камуфляж позитив. После камуфляжа позитив я видел там какой-то подгорело. Да, вот этот камуфляж, вот этот мне понравился, забавный. Хорошо, подгорело. И последний камуфляжик, который у нас есть, взаимно называется. Вот так вот выглядит взаимно. Ой, камуфляжи для детей, для каких-то, не знаю, для кого они там их делают. Ну, явно не для каких-то заправских мужиков. Вот у меня Тигр 2 выглядит вот в этом камуфляже. Мне кажется, довольно-таки неплохо. Камуфляж на Тигра 2. Да, давайте его тоже рассмотрим. Покажись. В целом, вот этот камуфляж на Тигре 2... Но он смотрится интересней, явно намного интересней, чем то, что делали до этого. Если сравнивать его с какими-то лыжами, то, безусловно, здесь, ну, неплохо. Но, вот убери все вот эти смайлы, и он бы мне напомнил примерно внешний вид крушителя, а внешний вид крушителя мне нравится. И еще вот здесь вот надо вот эту полосочку заменить на какие-нибудь надписи, ну, типа там... Уничтожил противника или попал, пробил, там что-нибудь такое. Пусть будет здесь написано, какие-нибудь кресты там, ну, что угодно. В общем, не смайлики. Тогда этот камуфляж выглядел бы достаточно красиво для того, чтобы его нацепить на Тигра 2. А так, во. Ребят, берите,
и цепляйте себе просто стандартный легендарный камуфляж на Тигра 2. Да, я понимаю, это немецкий танк, у нас не самое лучшее немецкое прошлое, но это выглядит все равно более эпично, на мой взгляд, нежели вот тот камуфляж, который у нас здесь в боевом пропуске. Все, и касательно боевого пропуска больше нечего сказать. То есть, это не пропуск, пардон, это же теперь эпизод, да. Это теперь эпизод. И еще вот, да, маленькая мелочь. 4 уровня эпизода вам начисляют заранее. Потому что 1-2 числа мы не играли в боевой эпизод, соответственно, вам накинули просто так. Из-за того, что вам накинули 4 уровня эпизода, выгодно взять боевой пропуск, потому что у вас будет больше возможностей ничего не делать впоследствии. То есть задач то же самое количество, а вам дали 4 дополнительных уровня. Получается, что вы сможете дойти до контейнеров эпизода чуть проще. То есть некоторые задания можно будет не доделывать. Ну, какое-то никакое облегчение. Вот. Тут уж смотрите сами. Выгодно это для вас, имеет ли смысл это для вас и так далее и тому подобное. Вот я как раз и думаю, имеет ли для меня это смысл или не имеет. Касательно боевого пропуска эпизода, пардон. Все, закончили. О, кстати, давайте еще небольшое отхождение от темы ролика. Крутанем рулетку хотя бы пару раз. Вдруг мне сейчас объект 260 упадет. Вот я прям порадуюсь. Давай, давай мне объект 260. За 100 золота 100 тысяч кредитов, ну ничего себе, ну я прям подзаработал. Ну, кстати, 10 тысяч свободки я не откажусь за 200 золота получить. Ага, снеговик, ледовик. Ну, за 200 золота, в принципе, окей. Что там дальше по шагам? Ну, за 300 золота, ладно, так и быть. 300 золота отдам в вашу кутерьму. Сейчас получу опять 100 тысяч кредитов. Самая нормальная, стандартная награда. Да. Спасибо, ребят. Вот такой вот розыгрыш с объектом 260. Скорее всего, сегодня изменится на что-то новое, на что-то другое. А, появились контейнеры. Смотри-ка, обновились контейнеры на СТ-62. Я помню, прикупил 3 штучки за 4000 золота. Конечно, это того не стоит, потому что сам танк такой себе. Сомнительное удовольствие. И возвращаемся к тем танкам, которые у нас в продаже. Ну, в принципе, с ценами все понятно. Е-75 за 6500 никто брать не будет. Панзер 58 за 5500 тоже смысла брать нет, хотя 5500 это хотя бы более-менее нормальная цена. Давайте выкатим просто эти танки тогда. Вот у меня есть Е-75ТС, давайте разочек его и выкатим. Посмотрим, на что он способен. Посмотрим, значит, у него 52-75% побед. Если уж рассматривать какой-то танк, который будет действительно достоин, то мне кажется, это Келя. Вот он как-то посерьезнее выглядит. Ну, либо акулу. Акулу, понятное дело, тоже можно взять. По ДПМчику у него все, в принципе, хорошо. Альфа 310, то есть не самая высокая. И то, что действительно выделяет Е-75ТС, это 10 градусов УВ. Остальное мы увидим уже в бою. Кому надо, тот на паузу поставил видос, посмотрел и спокойненько определил, какие характеристики у Е-75ТС ему нравятся или не нравятся. Так. Ну, а мы поедем, наверное, куда-нибудь сюда. Там и Су-152. Танкануть ее мы можем, ну, либо от бортика, либо там очень сильно, если повезет. Ага. От бортика не получилось ее танкануть. Он мне еще и мехвода положил, понимаешь ли. Короче, зря я на него выкатился. Смысла в этом не было. Но это БЛ-10, понятное дело, что у него действительно очень пробивная пушка. И с такой пушкой соревноваться даже на Е-75 тяжеловато. По поводу точности. Точность, в принципе, у танка адекватная. Не знаю, почему я уже второй раз промахиваюсь или не пробиваю. Пробитие, кстати, тоже вполне себе. 215 мм. Этого должно хватать для того, чтобы пробивать врагов. Хочется подъехать ближе, но из-за этого несчастного ИСУ-152 такой возможности я не вижу. У нас огромный НЛД, поэтому в это НЛД нам будет сейчас прилетать. Даже Каен спокойненько будет его выцеливать. Нет никаких сложностей с выцеливанием этого НЛД. Пацаны, вытащите эту ИСУФу. Ага, ИСУФа туда поехала. Тогда поехали давить. Надо давануть. Надо давануть, пока у нас есть возможность. Будем пытаться фугасами отстреливать этого парня. Он, слава богу, хорошенький такой фугасоприемник. Не бью Т-77, потому что у Т-77... Да ты брось. Пацаны, не бью Т-77, потому что у Т-77 перезарядка миллион лет. Его можно потом... ну и наши там победили. Прекрасно. То есть наши справились, в принципе, и без нас.
Ну, такой себе будет, конечно. Не показал никаких сильных сторон Е75ТС. Показал только какие-то слабости и 888 урона нанес. Давайте посмотрим, что там по фарму получилось. Нифига себе, 48 тысяч кредитов. У меня, наверное, бустер стоял. Да-да-да. 23 тысячи бустер дал, а я уж испугался. Думаю, чё за 800 урона? Столько кредитов, да. И мы где-то на дне оказались. Замечательный отыгрыш. Великолепный. Хорошо. Посмотрим, как отыгрывается Panzer 58. Может, на Panzer 58 получится лучше. Давайте я вам тоже статистику этого Panzer 58 покажу. Касательно его характеристик. У него на данный момент 52/47. Он довольно быстрый, у него по подвижности все в порядке. У него подняли альфу до 240 единиц, раньше у него было 225, и это было уныло. Есть индейка, которая менее бронированная, то есть она реальный картон. Ей просто всю броню срезали. Панзеру 58 броню не трогали. По сути, пушка у них один в один, но ДПМ, видите, на 300 единиц проседает. Почему? Загадка. Ну и по точности тоже тут чуть-чуть похуже. Раньше Panzer 58 был точнее, теперь он менее точный. Но по всем остальным характеристикам это плюс-минус одинаковые машины. То есть, если у вас есть индейка, то игру Panzer 58 вы прочувствовать можете в полной мере. Брони у него очень-очень мало. И отыгрывать, по сути, нужно только от УВНчиков. Надеюсь, этот бой будет более красивый. Конечно, в ивентном рандоме показывать какую-то машинку, ее эффективность, задача такая себе. Опрометчивая. Надеяться на то, что бой сложится адекватно. Ну да. Ну да. Ты засранец. Только посмотрите. То есть прям готов был к тому, что я выключу. И действительно, так как мы картон, картон из картона, то шансов у нас полупить противника, к сожалению, маловато. Что-то не хотят нам помогать наши СТ. Ну, 44-ка вот он стоит там, или 54-ка. Он не понимает, что обе ПТшки, они с той стороны. То есть здесь ПТ-х нету. У них никто не прикрывает их, вот этих пацанов. Поэтому их нужно отстреливать. И Ликан там еще сидит. Ликану претензий нет. Ему надо от УВНов играть. Он, в принципе, от них и играет. Просто нужно немножко читать то, что происходит у нас в бою. Тогда все будет немножко лучше. Альфа, пройди. Если бы альфа не прошла, было бы максимально печально. Ой, ничего себе, даже танканули. Смотрите, кто-то купил Е75ТС. О-о-о-о-о-о. Чувствуется мне, сейчас будут какие-то проблемы. Если СУ-100 сейчас что-нибудь не придумает, и вот 54, которая бесполезно стояла весь бой, тоже что-нибудь не придумает, то будет плохо. Потому что у меня ХП, к сожалению, почти закончилось. Ну, ничего себе, Ликан, красава какой. Самые большие проблемы это Е75ТС и гусь, понятное дело, потому что у них ХП очень много. Мне на них просто банально не выкатить. У нас неплохое пробитие, но прям вот так вот легко и непринужденно пробить Е75ТС, наверное, не получится. Ой, гусь, молодец. Молодец какой. Едь, едь. Топ-топ. Аккуратненько так. Спеша. Веруем в Ликана. Нет. Зря я заехал все-таки наверх. Надо было куда-нибудь ниже уезжать. Тогда было бы нормально. Ну, 54-ка абсолютно бесполезный союзник. Не читает карту, не пытается вкатить, не пытается разменять свое ХП. Увы и ах. По поводу картонности, я думаю, вы все поняли. То есть, нужно просто свестись в этот танк, и он отлетает в ангар. Ладно, пропускаем. Ну и, естественно, это поражение. 2600 мы накидали в этом бою. Понятное дело, что 54-ка там откис просто на ине ока. 66 тысяч кредитов. 66 тысяч кредитов, это опять-таки с бустером. Отнимайте бустер, 16 тысяч кредитов дал. Ну, то есть, 50 тысяч кредитов у нас на поражение получилось. Это неплохой, кстати, результат. Мы в топе. В этот раз я отыграл более-менее адекватно. Единственное, что подставился под выстрел гуся, и в этом плане отыграл, конечно, хреново. Но если бы 54-ка чуть больше смотрел на мини-карту, чуть быстрее реагировал на то, что происходит в бою, я думаю, что мы бы могли победить, потому что все на самом деле читалось очень легко. Но в любом случае, геймплей на танках вы посмотрели. Правда, на Е75-м так себе получилось совсем невзрачно. Давайте еще одну карточку на Е75-м, наверное, сделаем, потому что, ну, прям совсем ничего было не видно из того геймплея, который у него на самом деле должен быть.
А вот касательно Panzer 58, вы все увидели. То есть отыгрыш от УВНчиков, отыгрыш от скорости. Если вы подставляетесь под противника, он спокойно вас отправляет в ангар. К сожалению, брони у вас практически нет. То есть на нее можно не рассчитывать абсолютно. Я бы даже сказал, от слова совсем. Так, настроено ТТ направление, их там целая толпа. Мы все-таки едем на ТТ направление, понятно. Ну вот здесь, кстати, можно будет отыграть действительно от УВНчиков. Ну и сразу бросается в глаза то, что скорости у нас нет. Ну вот только посмотрите, как медленно, неспешно этот танк добирается до своей позиции. Угу. Здесь мы, может быть, даже сможем воспользоваться нашим ДПМ. Короче, у нас акула, это не очень хорошо. Даже две. Даже две акулы. Это прям плохо. Они еще и во взводе. Т-28 будет их прикрывать. Просто акула, это, считайте, улучшенная версия Е-75ТС. Потому что у них брони именно в башне будет поболее. Им будет проще выцеливать нас, нежели нам их рикошет. Ну, ё-моё. Ты будешь попадать и пробивать сегодня или нет? Это какая-то запредельная просьба. Аллилуйя! Пошло! Пошло-поехало! Так, акулы отыгрывают максимально поганенько. Не знаю, что он там делал, куда он там поехал. В принципе, акула вот точно так же заедь, как я заехал. Чувствовала бы себя просто великолепно. Там нас сзади уже начинает поджимать какой-то тигр. Давайте покажем, кто здесь царь на УВНах. У тигра, конечно, ДПМ будет получше, брони будет побольше. У УВНов у него таких, как у меня, нема. Соответственно, его убить будет попроще. Попроще. С той стороны чувствуется, что приближается целая орда. Ну, давайте займем какую-нибудь более или менее внятную позицию. Такой. Чтобы бы УВНов мне здесь хватало, было бы вообще великолепно. Ой, хорошо, не знаю, как это попало, можете меня даже не спрашивать. Подкруточки, не иначе, но попало. Но здесь, к сожалению, не залетает. Бачатика там выпиливают потихоньку. Ну, уж кому помогать-то, ПТХе. Попробую Вазику помочь, пока есть такая возможность, пока ПТ подставляется. Какие-то шансы у нас есть Вазика отбить. На Емеле ехать, конечно, такое себе. Хотелось бы с акулами разобраться, потому что они опасны. 13.90. Ну, видимо, не сейчас. Хотя бы одну акулу выпилить, это было бы уже большое достижение. Базон там старается, потеет чуть ли не за всех. А мы здесь еле ворочаемся. Ну, ё-моё, ну почему ж так летит-то корявенько? Ну, сейчас бои могут меня, кстати, сажать. Если еще разочек по мне скинуться вдвоем. Смотри-ка, скинулись, но не убили. Это приятно. Хотя бы так. Уйди. Уйди. Ой, хорошо. Я не знаю, кто там меня прикрыл, но красавчики. Прям респектую по полной программе. Брони не показал от слова совсем, но то, что мы играем от УВНчиков, это было видно. И настреливать этот танк способен. Первую степень получили, 2800 урона мы накидали. Ну вот, более или менее здравый отыгрыш на Е-75ТС. 109 тысяч кредитов, понятное дело, что это немножко приукрашенная цифра. 24 тысячи кредитов, это у нас дал бустер. Ну и вот мы практически в топе. Бачат Бараска, видимо, меня там прикрыл в последний момент. Неожиданно даже для меня самого. Но я в любом случае собирался заблокировать проезд для акулы, чтобы она никуда не ушла. Давайте Бату поставим и Вазику кулачки поставим, потому что Вазик сражался с Эмилем первым 1-1 и победил. Бачат сражался там с другими парнями, он тоже много кого одолел. Ну и мы там более или менее отвлекали на себя внимание, по крайней мере разменяли свою прочность не просто так. То есть пока на нас там вкатывали эти акулы несчастные, у которых альфа не прошла, наши пацаны смогли всех одолеть. Вот такие вот танки продаются за 6500 и за 5500. И опять повторюсь, если брать вот предложение, где они по 5000 золота оба, это еще хоть куда ни шло.
и то с аукционными предложениями, ну, ни в какое сравнение не идут эти танки. Хотя сейчас на аукционе осталось не так много интересных предложений, и тоже достаточно дорогие предложения. Чего там, 60 бустеров белых, что ли, было, или мне показалось? Ну ладно, давайте еще вот этот сундук откроем, сейчас мне тут автомобиль. Ух, нифига себе, 34 бустера свободного опыта, ну, тоже нехило, кстати. Так, это все понятно, а сколько там выпало-то? Ну да, 60 бустеров кредит. Нормально мне прилетело. Все, можно опять ездить. Бустеры кредитов белые сбивать. Я тут просто на серые, ой, на голубые подсел. Видите, до фиолетовых все еще не добрался. Снова надо серые сбивать. Ладно. Будем сбивать потихоньку. Рано или поздно собьем. Спасибо, что досмотрели данное видео до самого конца. Поставьте свой лайк, обязательно поддержите меня. Напишите, что вы думаете по поводу боевого пропуска и по поводу вот этих двух машин, Е75ТС и Панзер-58. Какая из машин, по-вашему, более перспективная, на какую вы бы сами сели и другому посоветовали покататься на ней? Я думаю, что не на одну, да? Вот. Ну и подписывайтесь на канал, будет приятно, если нас станет наконец-таки 10 тысяч. Я прям жажду уже добраться до 10 тысяч подписчиков, поэтому не обессудьте, если попрошу вас подписаться. Ну что ж, и самое время прощаться. Я, кстати, напомню о том, что у нас сегодня будет стримчанский. Так что прощаемся мы ненадолго, но в любом случае, всем спасибо и всем пока.